Ребята, всем привет, не обращайте на мою прическу. Я до сих пор болею, голову боюсь, пока мы сегодня. Завтра помою. Вот. Пришла сейчас мама с работы, не одна, а с гостинцем. Была в ресторане после работы с коллегами, сидела там. И купила там в этом ресторане. Сейчас посмотрим, что. Одной рукой неудобно. Вот такое блюдо. Так, сейчас попробуем, что это такое вообще. Так порезано. Сыр с тестом. Обалденно. Вообще шикарно. Бомба. Ребята, это что-то с чем-то. Еще бы кока-колу сейчас. Вообще было вкусно. Ну так. Я помаленечку начинаю выздоравливать. Ну, таблетки пью. Кашель стал, начал с мокроты быть такой хороший. Температуры вроде бы как нету. Мерил 36,6 сегодня целый день. Вчера 37,1 была. Вот, сегодня вечером, думаю, может быть, прогуляться еще сходить. Воздухом подышать. Этот дом, наверное, засиделся уже. Все-таки на улице лучше будет. Ну, вообще обалденная штука. Сыр вкусный. Ресторан грузинский, это считается вроде бы. Беладжо, там хинкали, мама говорит, заказывала себе. Вот. Я хинкали не очень, я больше люблю манты. Хинкали я не очень люблю. Эта штучка обалденная. Узнал я только что, как называется это блюдо. Хачапури по-мигрельски. Очень вкусное. Очень-очень вкусное. А ресторанчик, сейчас я вам покажу, вот такой вот. Грузинская итальянская кухня Белладжо. Готовят, правда, очень вкусно. Вот эта порция стоит 350 рублей. Недорого. Вообще недорого. Вот, как думаешь, съел? Какая красота.